Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Маленький волшебник Азура. Одним прекрасным днем маленькие автобусы собрались на площадке. Во что будем играть? Может, в салочки? Скучно. Да, в салочки мы вчера играли. Я покажу вам кое-что веселое. Так во что же нам поиграть? Теперь ваша очередь. Тайо надулся, как шар! Я стал таким маленьким! Что происходит? Кажется, я в порядке. Роги, посмотри вверх! Моя голова! Вы такие забавные! А ты кто? Я Азура из мира магии. Как вам волшебство? Так это сделал ты? Да, разве не забавно? Совсем не забавно! Расколдуй нас обратно! Зачем мне это? Мне пора уходить! Куда это ты собрался? Ты не можешь просто уйти! Все в порядке? Да! Куда он делся? Он пропал! Его зовут Азура! Мы должны его найти! Наступил новый день! Может, попробовать на ней? Ха! Дождь пошел? Что? Что это? А ну, уходи! Ой, как весело! Спасибо. Еще увидимся. Он такой большой. А я сделаю его еще больше. Эй, стой! Большой. Я думаю, это из-за магии. Что? Это же Азура! Ты! Я его упустил! Нужно посмотреть там. Он должен быть где-то здесь. Да, ребята! Что ты делаешь? Я видел Азура. Того, кто над нами издевался. Правда? Ага. О, вон он! Где? Где? А ну, постой! Подожди! Неужели они за мной следили? Попал я! Почему ты не убегаешь снова? Теперь ты не убежишь. Хватит создавать проблемы! Уходи туда, откуда пришел! Вы, может быть, забыли, но у меня есть это! Куда? Куда она делась? Я из-за вас потерял палочку! Что? Как это из-за нас? Я потерял ее, пока бежал от вас! Без палочки я не попаду домой! К нам это отношения не имеет! Ребят, мне кажется, нам стоит помочь ему найти палочку. Что? Тогда он быстрее уйдет. А иначе он так и будет над нами подшучивать. И правда. Хорошо. Но ты должен будешь уйти сразу же, как мы найдем палочку. Ладно. Ну, погодите. Я буду издеваться над вами еще больше. Что ж, поехали. Маленькие автобусы и Азура вышли искать волшебную палочку. Здесь ее нет. И тут ее, скорее всего, нет. Роги, она там? Нет, не думаю.
А? Раз уж я здесь, почему бы не прокатиться с горки? О, Рогги, ты меня напугал! Прости, но мы же можем чуточку поиграть, пока мы здесь, а? А мы можем? Давайте прокатимся! Я тюр первый! Что? Ты же только что катался! Хочу с ними! Азура, хочешь прокатиться с горки? Мне и так нормально. Да? Тогда я пойду один. Да, подожди! Я с тобой. Ну что, готов? Ого! Поехали! Ну как, здорово же! Но не так уж и плохо. Хочешь еще? Да! Маленькие автобусы и Азура позабыли о волшебной палочке и продолжали играть. Это было весело, да? Да! Тебе правда весело? Да! То есть, не очень-то. Пару минут назад ты был просто в восторге. Нет, неправда! Пора возвращаться. Ханна, наверное, переживает. Хорошо. Ну как же моя палочка? Уже поздно, давай поищем завтра. Хорошо. Тогда поиздеваюсь над ними завтра. Азура остался ночевать в гараже у маленьких автобусов. Азура, а скажи, зачем ты пришел в наш мир из мира магии? Просто я хотел встретить друзей. А, так у тебя совсем не было друзей? Ну, они такие скучные, и им не нравится моя магия. Потому что своей магией ты только проблемы создаешь. Что? Ты даже не знаешь, что я делал? Эй, Азура! Я создаю проблемы? Азура, прекрати! Это не смешно! Я больше не хочу с тобой играть! Я просто хотел с ними подружиться. Маленькие автобусы и Азура искали палочку весь следующий день. Не могу найти. Ганни, ты нашел? Нет. Куда она могла деться? Да, совсем непонятно. О, это она! Моя палочка! Я ее нашел! Но раз уж я ее нашел, я больше не смогу с ними гулять. Азура, ты ее нашел? Нет! Тогда ее здесь точно нет. Да. Что нам теперь делать? Я знаю. Давайте поиграем, а потом поищем ее снова. А мы можем? Тогда... О! Хочешь посмотреть выступление Джоуи? Джоуи? Кто такой Джоуи? Ты очень удивишься. Джоуи может сделать цветы и птиц даже без палочки. Правда? Я хочу посмотреть! Хорошо, тогда на выступление! Поехали! А сейчас... Абра? О, кадабра! Ничего себе! Разве не круто? Вот это да! В руках ничего нет! А? И вуаля! А я просто дразнил друзей. Но магия может радовать людей. А теперь посмотрим в эту шляпу. Что в ней? Знаю, это будет... Белый голубь? Точно! Обожаю этот фокус! Абра, кадабра! Что происходит? Кадабра! А что не так? Что случилось? Ничего не происходит. Понятно. Что происходит? Подождите. Что он делает? О, нет! Я не хочу, чтобы все расстраивались. Это не твоя палочка? Ты увидел?
Что ж, спасибо, спасибо. Как это произошло? Это же была ты? Да. Понятно. Здорово получилось. Да. Почему ты не сказал, что нашел свою палочку? На самом деле, я не хочу возвращаться в мир магии, потому что там у меня совсем нет друзей. Нет, Азура. У тебя получится завести друзей. Да. Тебе просто не надо над ними издеваться. Да. Видишь, как ты порадовал нас своей магией? Вы правда так думаете? Правда. Так что ты найдешь себе классных друзей, как мы. Точно? Точно! Да! Спасибо, ребята. Думаю, что теперь смогу поладить с кем-нибудь из мира магии. Не за что! Вот вам прощальный подарок! Прежде чем уйти, Азура оставил своим первым друзьям хороший подарок. Увидимся, Азура!